сложное, но ответ простой. Мы никогда этим не занимались. Десятилетиями советских времен просто сбрасывали мусор в яму. Обращаюсь к представителям власти всех уровней. Делает вид, что ничего не происходит, уходить в сторону, отмахиваться от требований граждан абсолютно недопустимо. Нужно навести порядок в этой сфере, избавиться от мутных структур, которые не несут никакой ответственности, а только получают сверхприбыли, сваливая мусор где и как придется. Нужно ликвидировать незаконные свалки. Мы должны построить за ближайшие годы, до 2024 года, 200 перерабатывающих заводов. Хватит ли этого? Ну хотя бы 200 по стране мы должны сделать.